Всем здорова, друзья, с вами Спикер и новая часть Альф-Патруля. Итак, друзья, сегодня будем держать нашего главного бандита и будем отстреливаться от террористов, которые приближаются прям с холма. Я вижу их слишком много. Ребята, бро, держитесь, нужно ждать подмогу. И, конечно, сегодня берем этого террориста уже в тюрьму. Майка, сколько их там? Снимаем по одному, есть снайперская винтовка и можно, в принципе, хорошо отстреливать. Позиция у нас, кстати, самая хорошая. Там их очень много. Ребята, пошли вперед уже. Я, конечно, буду отстреливать издалека. Их слишком много. Нужна, по идее, подмога. Их там чертовски много. Берем подмогу. Нужен полицейский патруль. Ребята приедут и нас прикроют. А главного террориста мы, конечно, отвезем в тюрьму. Черт возьми, уже пошли все в атаку. Парочку просто остались со мной. Если что, меня прикроют. Их, походу, расстреливают просто. Они словно обкуренные стоят на месте, сразу двоих сняли. Вот это крутяк. Так, походу, еще машина приехала. И прям в головешку. О, там еще поднялось двое. Обалдеть, это ребятам слишком много. Террора сегодня будет много и, конечно, будет много потерь. Как весело отстреливать издалека, когда они не могут к нам подойти. Так, мы уже автоматом, и нужно двигаться, потому что они все ближе и ближе к нам подходят. Нужно двигаться куда-то вперед, и можно, по идее, пойти вон к тому магазинчику. Меня уже окружают. Так, главный террор пошел со мной. Нужно его сохранить обязательно. И довести его, конечно, до тюрьмы. Черт, пойдем с правой стороны и пойдем вон к тому магазинчику. Там, надеюсь, нас прикроют. Так, моих напарников, походу, уже нету. Их тут слишком много. Так, можно пойти с правой стороны и зайти туда уже. И, походу, я потерял уже главного террориста. Как черт, главное сохранить жизнь нашу. Это самое главное. О, где мои бро? Тут слишком много их. Они вылазят прямо из кустов. Так, справа где-то. Где-то справа меня прессуют. Так, мне нужна подмога. Мне нужна подмога, полицейский патруль. Пожалуйста, приедь, помоги. Тут их слишком много. Да, главного террориста я уже потерял, но тут нужно сохранить главное жизнь. Так, готов? Прям на дороге уже. Обалдеть. РПГшку прям тебе. Держи, чувак. Сейчас будет больно. Ох, да, это больно. Так, они же подходят слишком плотную. Их сзади слишком много. Нужно двигаться, двигаться вперед. Бро, меня кто прикроет? Никто не прикроет. Мне придется в одного уже уходить отсюда. Так, маленько отступаем, отступаем. Там еще впереди есть. Перезарядку. Так, мы положим. Ох, жесть, прессуют, прессуют сильно. Бро, где находитесь? Дробовичек, помогу добить. Да, валяться. Альф-патруль в деле, конечно, всех положим сегодня. Сегодня будет жарко, денек. Я чувствую, здесь можно... Ох, май гад, тут, походу, целая база террористов. Мы зашли просто в гости к ним. Но тут, кстати, очень хорошая позиция. О, бро, поможет, если что, мне. У нас, по идее, есть пулемет, и с помощью пулемета мы, конечно, это дело прикроем. Кто ко мне подойдет, сразу же огребет пулеметом. Это М60, если я не ошибаюсь. Так, приехала эта машинка. Приехала еще одна машина. Нет, это спокойно, мирные жители. Сегодня будет, походу, жарко. Я жду, жду. О, появились! Первые огурчики появились. Первые перцы и пошли. Давай смелей, смелей выходи. Так, меня пытается пойти? Нет, не пытается. Сейчас рванет. Жесть. Базу террористов словно разгромили здесь. Так, вижу, вижу, бро уходит. Бро, прикрой меня, я сейчас, конечно, нашпингую свинцом. Я вижу их там. Они подходят все ближе и ближе. Жесть, то сейчас будет потеха. Больше свинца и больше боли. Подходи ближе, свинца нахватит на всех. Обалдеть, какая отдача идет. Ребята, ребята, ближе подходите. Свинца на всех хватит. Где мой бро, кстати, я не вижу его. Справа, слева, я не вижу меня. А он в машине сидел? Сидел в машине, пока я отстреливал. Давай-ка отстреливай всех. Их там много, сразу положу троих. Кстати, они, кажется, встанут сейчас. РПГшку прям туда. Балдеть. Жарко сегодня будет. О, как он подлетел. Можно даже и в полете его добить. Да, чувак, это было больно. Прям по заднице. О, уже лезут, лезут, лезут. Сейчас рванет. Сейчас рванет, бро, ложись. Черт возьми, сейчас рванет реально. Так, я слышу полицию Лос-Антоса и скоро подъедет, мне поможет. Мне нужна подмога, бро, что с тобой? Походу, его уже положили. Сейчас прикрою тебя. Парочку выстрелов и прям в головешку. Хедшот, нормальный выстрел. По хедшотам раскидаем всех.
Сегодня будет жарко. Обра, все в порядке. Есть бронежилет. Скоро приехал? Нет, приехал. Пожарка. Туши пожар, конечно же. Ребята, вы сегодня, походу, не вовремя. Потому что слишком много террора. Бро, вставай. Вставай, черт возьми. Так можно пойти, наверное. Обойти с фланга и, если что, взять их прямо уже за задницу. Так, ну я успокою, мне уже пытаются обойти. Так, рукоятки не получается. Прям в кустах, и что? Так, дробовичком добьем. Как она визжит. Как самка. Так, можно пойти, наверное, с правой стороны. Сейчас обойдем это дело. И, конечно, нашпигуем свинцом. Так, я никого не вижу. Бро остался там, я пошел обойду, и если что, его прикрою, надеюсь, с ним все в порядке. Так, это обычная тачка. Внутри у нас пусто. Тут слишком много бочек, которые взрываются, и нужно подальше от них. А полиция у Санта даже не едет. Вот они, парочку террористов все-таки остались, засели, ребята. Какой живучий ты гаденыш. Все-таки он сдох. Обалдеть, сколько здесь трупов-то. Так, все чисто, спокойно. И все довольно мирно. Нет, нет, кто-то мне что прессует. Бро, прикрой меня сзади. Парочку террор засела еще сзади. Прессуй, прессуй, полицейский патруль уже на подходе. И, конечно, прессует вместе со мной. Так, все, ребята, готово. Тут начисто, спокойно. И можно, если что, отсидеться. Все сработано круто, бро, нормально. Так, нет, еще внутри есть. Ребята просто раскидались уже в разные стороны. Так, она готова. И где-то там прям засела еще одна. Держи гренку. Она еще ранена, но можно, в принципе, ее добить. Сейчас мы ее добьем. Это будет больно. Так, слева, слева, походу, идут. Да, вижу, слева идут. Справа меня прессует. Какая-то детка прессует меня справа. Я не вижу, где она. Прям уже вплотную подошли, ребята. Так, дробовичок уже поближе. Ребята, подходи поближе. Свинца хватит на всех. Так, прям в головешку. Жесть, больно. Это больно, я знаю. Так, подходи ближе. И свинцом вас. Мои хорошие. О май гад, там еще идут, что ли? Даже валяется, еще пытается отстреливать. Кто-то мне принесет все-таки отсюда где-то. Я там никого не вижу. Ну, подходи ближе. Подходи ближе, хедшот буду раскидывать. О, как это больно было. Бро прикрыли. Нет, его, походу, положили. Где-то справа меня прессует. Так, можно взять, по идее, тачку. И, конечно... О, вижу, вижу, чувака. Маленькую вытащить и, конечно, сесть за пулеметик. Мне нужен крупнокалиберный пулемет. Он готов, он готов. Нужно выехать отсюда. Нужно выехать прям поближе и взять пулемет. Вот так, это нормально. Детка, детка, спокойно. Нормально. И, походу, к нам прилетели какие-то самолеты. Это, походу, террористы. Обалдеть. Можно, по идее, его, конечно, вынести, конечно, с помощью этого. Так, спокойно. С помощью... Ох ты, жесть. Сколько их там, обалдеть. Сколько вертушек и, походу, все против меня. Бро, кто меня сегодня прикроет? Походу, никто меня сегодня не прикроет, но у нас есть крупнокалиберные. Обалдеть, как уж выносят эти вертушки. Просто на ура. Подлетай поближе, свинца хватит на всех. Жесть, сколько их здесь. И все пытаются меня убить. Можно пострелять просто в кабину пилота, или можно просто в лопасти стрелять. Ребята столкнулись друг с другом. Нормально. Да, можно в лопасти, и ребята просто падают очень быстро. Сегодня будет жаркий день, чувствую. Тогда куда? Куда ты полетел? Хорошо, возьмем другого. Кто поближе ко мне? О, ты мой друг хороший. Сейчас полетит вниз. Он уже летит вниз, и сейчас будет большая. О, спокойно. Тут меня прессует прям вплотную уже. Так, пускай валяется. А он пускай валяется, пока что стреляем мы других. Какой живучий гаденыш-то. О, спокойно, спокойно, походу пытается вытащить его. Как он вылетел, что происходит, черт возьми. Что это за... Что за фигня происходит? Приехал танк, что ли? Т-90, что ли? Если не ошибаюсь, РПГ-шку в руки и вперед. Так, это мимо. Тут слишком жарко уже. Тут и танки, и вертолеты против меня уже. Так, вертушка ушла вниз, я не вижу. Держи РПГ-шку. Эх, чуть выше бы. И прям можно было... В кабину пилота. Да, это будет смерть. Надеюсь, пролетит не насквозь.
Нет. Он обалдеть. Не насквозь, конечно. Где-то приехал танк, и я вижу, есть еще пару терроров. Жесть. Их там, походу, еще пехота идет. Я сегодня отдуваюсь за всех. Нужно просто выжить сегодня. И прям вертушку в лопасти. Да, обалдеть. Красиво получилось. Вижу еще 5-6 вертушек. Есть еще. Есть с кем еще бороться. И где-то у нас катается танк, который нужно, конечно... Держи ракетницу. Ох, ребята, это больно. Сразу двоих я вынес одним выстрелом. Держи ракетницу, но чуть-чуть не получилось. Нет, все-таки РПГ не получается против этих вертушек. Слишком они... Прям в пилота не получается тоже. Слишком далеко находится. Как же интересно. Может, заберусь винтовочку попробовать. И прям в пилота. Там, походу, мне что-то показывал. А он показывает мне палец. Обалдеть. Террор показывает мне палец и прям в головешку. Чувак готов. Нормально, разлегся. Разлегся, можно, по идее, прям в лопасть упасть. И тогда он точно упадет. Но он, кстати, уже дымится. Может, прям в пилота. Прям в пилота, прям хедшотик. Так, перезарядку нужно. Они, походу, уже садятся и пытаются меня вынести. Не тут-то было. Да, походу, пожарка приехала. Приехала пожарка тушить пожар, но не вовремя. Потому что есть еще парочку вертушек, которые нужно вынести. Так, стреляем наперед им. Обалдеть. Все-таки его зацепили. Так, еще парочку вертушек есть. Как он жестко ушел сразу же. Он приземляется. Приземляется, высаживает террор. И, конечно, нужно взять другой пулеметик. И попробовать всех остальных уже вынести. Осталось вот парочку вертушек. Куда ты полетел? Мой хороший, иди ко мне. Побольше свинца, конечно же. Свинца сегодня хватит на всех, я чувствую. Ух ты, да, сегодня жарко будет. Так, еще осталось, кажется, еще одна вертушка. Пожарка приехала, пускай тушит пожар. Где же полицейский патруль? Сегодня отдуваюсь просто за всех. Ух ты, да. Последняя вертушка, и где-то у нас катается танк, который тоже нужно загасить. Кстати, еще летает самолет, который тоже нужно уничтожить. У нас, по идее, есть еще самонаводящиеся ракеты, и можно попробовать навести. Сейчас... Нет, не на то наводишься. Не на то наводишься, мне нужно на самолет. И пошла ракетка. Да-да-да-да-да, детка, давай-давай-давай. Давай еще одну ракетницу. Еще одну ракету. Не, он уже ушел. Он уже ушел за здание. Где-то прессует танк. Пожарники бегают даже. Пытаются что-то потушить. Но уже, по идее, пошел дождь. Так, где-то пытается меня все-таки обойти на расфланга этот самолет. Кто-то где-то кого-то прессует. Я слышу... О, вы сколько ли высывают? Прям по хедшотам есть еще сзади чувак. Ребята, сейчас свинца хватит на всех. Так, троих вынесли. И еще сзади есть один, кажется, был. Вот так работает Альф-патруль. Вынесли сразу троих, четверых. Так, дробовиком добьем. Кто встанет, тому сразу хедшот. Так, он готов? Тоже готов. И четвертый валяется на земле. Ребята, сегодня отдыхайте. Но мне нужно вынести все-таки самолет, который разлетался, и нужно пробовать еще раз навестись. Он улетел слишком далеко. Приехал Альф-патруль, и походу высадились террористы на самолетах. Обалдеть. И они идут прямиком ко мне. Ребята, готовьтесь к бою. Будет много потерь, конечно же, мы... прикрывайте друг друга. Мне нужен пулемет. Мне нужен сегодня пулемет, потому что я сегодня просто козырь на пулемете. Сейчас сядем за пулеметик и устроим тут потеху. Ох, начинается заварушка. Сколько их там, обалдеть. Они высадились прямо из самолетов, и нужно их всех гасить. Ребята, не жалейте свинца. Гасите всех сегодня. Будет много боли. Боли, страданий, РПГшку. Чу, пролетел мимо. Обалдеть, просто чудо какое-то. Где РПГшка? Ю, какой чувак бы с РПГ был? Где-то прям в кустах. Ребята, прикройте справа, потому что я не вижу, что происходит справа. Я вижу, здесь толпа уже. Там их пятеро, трое. Ох, нужно уничтожить все самолеты, чтобы они не высаживались больше. И снова РПГ в меня летит. Обалдеть, снова мимо. Просто чудо. Чудо сегодня на моей стороне. И, конечно, мы должны уничтожить весь террорист сегодня. Весь антитеррор. Так, они, походу, еще высаживаются. Прямо из самолетов нужно гасить всех. Обалдеть, сегодня слишком много.
Бро, вы меня прикрываете, я вас даже не вижу. На линии фронта. Еще одно РПГ. Снова мимо. Третий РПГ и мимо. Да, конечно, дистанция очень далеко, поэтому ребята у нас маленькие сегодня косые. Самолет уничтожим, террора тоже уничтожим. Ребята, где? Они сели в тачки, что ли? Они меня прикрывают. Сразу две РПГ. Так, нормально. Мы в бронетачке. Прям в тачку, это нормально. Сидим в бронетачке, и нас пытаются уже просто вплотную прессовать. Прям хедшот. Ох, чувак, это больно. Да, походу все, Мурманика отдохнуть. Отдохнем и пересмотрим. Пошел дождик, неплохо. Заварушка в полном разгаре, и мы ждем следующую волну, что ли? Откуда, интересно, они полезут? Так, это мы не уничтожим. Это готово. О, РПГ, РПГ. Ребята, поехали, чуть вперед. Давайте, давайте, вперед поехали. Гасим всех. Да-да-да, вперед, вперед, ребята. Какого черта выходишь? Едем дальше, едем. Зачем подъехал сюда? Так, с правой стороны. Бро, прикрой меня сзади. Там еще меня бы круто, походу, окружает. Жесть, РПГ было. Нормально, бронетачки. Бро, прикрывайте. Пожарный пытается потушить. Что происходит? Сегодня просто трэш происходит. Так, что происходит справа? Да, я даже и не знаю. Я стреляю пока что вперед. Нет, справа есть кто? Кто-то справа есть? И сразу готов. Как его свинцом нашипинговали. Обалдеть. Битва в полном разгаре. О-о-о, пролетел сразу две РПГшки. Нормально, мимо. Так, где-то прямо издалека. Я не вижу их. Гасим, 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 гасим. Прям в тачку. Нормально, бронетачки, мы сидим. Мы сидим в танке. Мне все по барабану, я сижу сегодня в танке. Так, походу все, нет. Жесть, жесть, что сегодня происходит, я даже не понимаю. О, какие-то взрывы там происходят. Они еще идут, походу. Да, они еще идут издалека. Бро, кто меня прикроет справа? Я справа не знаю, что происходит. И нужно, походу, двигаться вперед. Хорошо, пойдем вперед зачищать. Я, походу, всех потерял сегодня. Ах, жесть. Да, все полегли сегодня. И, походу, я остался снова один. Ну что, пойдем зачищать. Соберем патроны, соберем припасы. И, конечно, пойдем дальше. Мы выдвигаемся дальше. Приехал новый Альф-патруль. И приехали террористы, что ли, на крутых тачках. Либо какие-то бандиты. С ними тоже разберемся. У нас дождь в полном разгаре. И мы двигаемся дальше, друзья. Двигаемся и зачищаем местность против террористов. Ребята уже активно перестреливаются. Нужна подмога, конечно. Бро, где происходит? Где террор? Я из дождя ни черта не вижу. Так, где-то прям в кустах. Мне нужно найти какое-то укрытие, и из укрытия гораздо будет уже удобнее отстреливать. Так, нашего положили, они прям в кустах отстреливаются. О, они выходят из кустов. Открываем огонь, бро, так открываем огонь уже по кругу. Они уже по кругу, прям по кустам. Их реально не вижу из-за дождя. Сейчас закинем пару гренок прям туда. Они где-то там точно есть. Так, РПГшку на всякий случай. Возьмем. Так, пойдем с правой стороны. Так, вижу, вижу, вижу. Так, готов. Так, вижу с правой стороны еще. Нет, ее положили. Да, уже положили ее. И чувак тоже полег. Так, слева меня здесь что прикроет. Да, здесь довольно много трупов, конечно же. И они отсюда хорошо отстреливались. Подходи поближе, свинца хватит на всех. Так, где-то они там прям засели. Где-то прям в укрытии засели. Сейчас будем выкуривать. Черту с два. Черту с два отступать. Где-то еще отстреливается. Где-то прям за машиной там нужно пойти. Подойдем поближе. Ребята, бро, вперед. Прикрываем друг друга. Так, еще один самолет. И я никого не вижу за самолета. Походу все. Где-то еще пытается отстреливаться. Самолета больше нет, и террора, походу, тоже больше нет, друзья. Обалдеть. Сегодня зачистили довольно много террористов, убили многих, потеряли тоже многих, но главное, мы сохранили жизнь и, конечно же, сделали свою задачу.
Ну а с вами был спикер, и увидимся уже в других роликах Альф-Патруля. Всем удачи и всем до новых встреч. Всем пока!